Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение меди и его на Purple Station, это Dark Station, или Медное Зло. Итак, у нас с вами... Что у нас открылось? Смотри, открылось две территории, это... Зак... Смотри, у нас с тобой Зак, Алдованная Земля. И еще одна... Подожди, не туда, вправо. И открылось у нас с тобой Поля Пугал. То ли какие-то Поля Пугал, то ли Пугал. Поля пугал, пугал. Пугало, пугал. Все пугало запугал. Заколдованная земля. Давай тогда пойдем, наверное, вот сюда. На заколдованную землю. Так у нас с собой открывается ключ, поворачивается какой-то, какая черепушка поворачивает ключ. А это мы поворачиваем ключ и заходим в какой-то... Какие-то земли. Стрёмные. У нас с собой воскресают какие-то летучие мыши, непонятные летучие змеи. Овцы, кто это, я не знаю. Собаки. Летучие собаки. Да, какие-то стрёмные... Какие-то стрёмные собаки у нас тут просыпаются. Итак, заколдованная земля. Какие-то лягушки с непонятными иракезами на спине или... Может быть, кстати говоря... Что вы делаете, нечисть? На тебе! Crazy Frog! На тебе! Хорош пердеть! Смотри, какие-то пердящие звуки издают у нас с тобой эти... Те ребята... Ни хрена себе! С каких это пор репка... Репка из доброй детской сказки теперь заплевывает всех прохожих и окружающих. Так, что у нас с тобой здесь? Это варится варенье, это я его варю, зелье. Посмотри, что-то на с тобой, на нашем молоте, кстати говоря, какой-то сбоку, у нас с тобой какой-то... Какой-то... Ну-ка, на тебе! Все, короче, у нас с тобой здесь что-то варится. Зелье, варенье... Что у нас с тобой говорят? Там использовали ведьм для шабаша на холме кладбище. С тех пор там целый лес. Ну, все понятно. Лес. Лес за лес. Это что у нас с тобой? Ни хрена себе какая-то катапульта. Непонятная. Что же вы делаете? Какие опасные здесь у вас турели водятся. Опять просит дать на лапу за проход. Да что ж такое? Убирайтесь прочь из моего леса. Кислотные чернобыльские... Лягушки. Ты куда стреляешь? Ты на кого харкаешься, репка? Ну-ка, на тебе. Все. Здесь какая-то у нас с тобой странная вырубка из дерева. Ни хрена себе. Что-то меня тут все бьют электрическими разрядами. Никто не дает пройти. Пошла прочь. Так, все, присели, Хорош! Хотя лучше, конечно, стоило бы нам с тобой изначально заполнить нашу флягу. Здесь сейчас будет что-то очень стрёмное. У нас с тобой какие-то пары. Очень опасные. Очень люто вибрирует мой геймпад. Меня это немножко настораживает и даже пугает. На тебе! На тебе! Все. Отперделись. И говоря, звуки реально пердящие. Если вы прислушаетесь, то услышите, как испражняется плюющая кислотой лягушка. Кстати, может быть, она какая-то лягушка-гайморитница. Что у нас с тобой такое? Какие-то яички. Ты что делаешь? Отдай яйцо. Все. Спасибо. Пошла прочь отсюда. Брысь. Какой-то ястреб. Сейчас у нас с тобой из яйца, конечно, может всякая неведомая зверушка, как я понимаю, появится. Спасибо. Все, это я, пожалуй, вас отбираю, простите. Орел, который завелся на каком-то непонятном дубе. Дубный орел. Все, едем обратно. Присели. Нас никто не заплевал, не запинал и не сбросил с этого... Подождав дерево, напоминаю, это количество ХП 160 единиц. Или 160 условных единиц. Это же у нас с тобой игра про санкции. Поехали, поехали. Что случилось? Кто перекрыл дорогу? Все нормально. Вновь спускаемся вниз. Это пальма, опять пердящие лягушки. Впрочем, ничего нового. На тебе! Все.
Всех забили, забили, запинали. Давай, восстанавливаем фляжки. О! Хорош, сейчас все наполним. Надеюсь, что хватит у нас того природного газа зеленого в виде спрайта. Может, какой-то есть спрайтовский газ. Так, что-то он мало-помалу у нас того, как я погляжу, отбавился. Вот у нас того наш природный газ и закончился. Но, по крайней мере, что происходит? Подожди. Моргнул экран. Все, сохранились. Идем дальше. Так, нам с тобой надо бы... Но мы с тобой уже здесь были. Где у нас с тобой открывается та дверь, где там надо было дать на лапу? Погнали, все. Дали на лапу, нас тут пускают. Куда ты ускорился-то, дуралей, блин? Полудурочный. Прикинь, случайно, короче, нажал на треугольник, и он, короче... У нас с тобой наш Кутузов, короче, решил искупаться в воде и... И под ускорением очень-очень быстро и усердно побежал. Разумеется, то, чего я просто-напросто не ожидал. Фу. Да хорош, вы что же вы со мной делаете-то, а? Да что ж ты со мной делаешь? В конце-то концов-то, а? Ну-ка. Все, прикрылись щитом. На тебе. Все, доперделось, существо. Че такое? Голова что-то говорит. Ходить. Темные демоны погребены внутри. Отрезанный ага. от мира и свет от земли пробивается сквозь трещины. Никто, даже темный лорд Зарок, не может выпустить их без темного артефакта. Уходи сейчас же, или разделишь их судьбу. Кого? А что такое-то? Ты что обстановку нагнетаешь? Короче, если что, мы с тобой на всякий случай сохранимся. Кто знает, что нас с тобой там может ожидать. Ничего страшного, сейчас разберемся, все порешаем с тобой. Итак, загрузка. Ага. А, ну так мы все, мы с тобой прошли эту карту, получается, по идее. Возврат на кладбище. Записать. Так, у нас... Так и на... И чего? Ну так по факту мы с тобой ничего и не открыли. Ну ладно. Поля пугал. Поехали дальше. Итак, поля пугал. Сейчас мы с тобой пугать поля. Хорош. Смотри, какой урожай. Ну, нормально. О, здорово. Как будто на какой-то Хэллоуин приперлись, короче, мы с тобой. Сейчас будем пугать эти пугала. Они думают, что они нас запугают. Это мы запугаем пугала. Но пугало же от слова пугать, правильно? Кто еще кого напугает? Посмотри, какой... У них тут лютый урожай. На тебе. Ты нет, урожай, походу, весь собр... Ты чё там? На тебе. Ого. Прикинь, что делает. На тебе. На тебе. Да чё ты, чё? Иди коси свое поле. Пошла прочь. Уйдите. Уйдите, фу. Ворона Каркуша. Возвращайтесь в... Своей спокойной ночи, малыши. Сейчас я тебе как заряжусь. На тебя. На тебя. На тебя. Сыпанул так. Ты чё? Иди поле собирай вилами своими. На тебя. На тебя. Сейчас мы твою хату разнесем. Ты прикинь? Что делают? Все, разнесли хату. Брысь отсюда, пошла прочь. Как-то ваши пугало очень неэффективно, я так вам скажу, работают. Все, смотри, что делают. Ты что там песок-то собираешь? Тебе сказали, иди сено собирай. На тебе. На тебе. Вы что делаете-то? Что здесь происходит? Какая-то вакханалия на поле, я не понимаю. Собирайте сено. Готовьте пшеницу. Дайте людям хлеба. Люди протестуют, люди просят хлеба.
Так, что у нас с тобой здесь? Подожди, бутыль собрали. Ну, хотя бы так, и то ладно. Здорово. Так, глаза засветились. Это свидетельствует о том, что нам опять, короче, предлагают кем-то закупиться. Давай закупимся. Все, хотя бы так, пускай будет. Пока есть возможность нам с тобой закупиться, мы это сделаем. Ты куда? Откуда? На тебе, ты чё? Так. Все, сохранились. Здорово. Что еще за дичь? Какая-то нечисть. Ага, здрасте, приехали. Вижу тебя. На тебе. Все, что ли? На тебе. Все, опять вы, воры. Все. Завалился. Изи-катка. Изи-бабка, найдена руна луны. Так, подожди, нам с тобой нужна-то здесь зеленая. Куда нам с тобой идти тогда надо? Ага, вот сюда нам с тобой предлагают какое-то, походу, подземелье. Сейчас мы с тобой, ну-ка, возьмем. Пошли прочь. Да уйди прочь. Брысь отсюда. Брысь отсюда. Сейчас, подожди, сейчас я возьму. На тебе. На тебе. Все, прысь. Фу. Так, подожди, нам с тобой надо... Что у нас с тобой? Какое-то письмецо что-то говорят. Ну-ка, давай послушаем. Книги что-то рассказывают. Опасайся вредителей в стальных машинах. Кто знает, какая темная магия оживила их металлической конечности. Было бы хорошо узнать изнанку такой угрозы. Изнанку. Мы наизнанку его посмотрели. Там просто какой-то стоит этот полудурочный гремлин, которым управляет. Что это такое? Пиво старый мельник. Ребята, у вас как бы... Что-то мельница слишком как-то люто со своими этими поворачивает. Прям по земле. Это не гоже такое. Вы хоть порядок бы навели бы. И отремонтировали бы ее, чтобы она не доставала до земли. А то смотри, так кого и покосит. Так, я сюда с тобой... Так, нас с тобой туда не пускают. Ладно. Так, что у нас с тобой? На тебе, пендаля. Но! Все, мимо. Отвалили. На тебя. На тебя. Сейчас как мы тебя стукнем. На тебя. Че ты там, читак, застрял? Все. На тебя. Неждан, да? Конечно, это мое суперское оружие. От моего помощника Иваныча под названием Старый Мельник. На тебе. Отведай силушки богатырской. Молотком тебе. По твоим зубам. Шляпе. Пугало, чучело. На тебе. Все, нам с тобой дали суперский щит. На тебе. На. Ай, больно. Ты что творишь? Слышь, братиш, что хамишь? На тебе. Больно-то как. Да что ж такое? На тебе. На. Никак не успокоишь. Сейчас мы тебе еще раз лещи отвесим. На. Доволен? На тебе еще разочек. Хорош. Так. Пошла прочь. Сейчас мы с тобой заполним нашу граль. Давай, наполняй флягу. Пока на халяву раздают нам с тобой природный газ зеленый. Во! Да пошла прочь отсюда. Это мой газ природный. Все. Ворона, брысь. Так, у нас с тобой опять. Да что ж ты делаешь? Пошла прочь. Каркуша. Так. Все. Лук у нас с тобой берем. Лук под названием арбалет. Так, руна хаоса пешехода какая-то нужна. Ну-ка. На тебе. Прикинь, какая-то уже более хардкорная началась. На тебе. Все больно. Конечно, когда пукан тебя дырявят при помощи арбалета, еще бы у тебя такие звуки издавались. Схлипывание. Кому ж не будет больно в этой жизни? Кому ж нам легко в этой жизни? Непростой. Ну-ка, сейчас как мы тебе... Уа!
Уа! Уа! Дети, готовьте хлеб! Ты чё, на тебе? Раскулачивание! Кул, Катура, лорд змей, жаждет сражаться на твоей стороне, но он схвачен зарком и томится внутри сундука. Освободи этот мощный дух и получи могучего друга. Ну-ка, могучие друзья, нам с тобой такие ребята нужны. Смотрите, ребята, какой у вас тут посев. Уа! На тебе. Ты чё? Диди сено собирайте, сказали. Пеки хлеб. Во, это мой друг. Это же мой друг. Короче, он всех, смотри. Сейчас нам поможет. Слушай, как-то мне не нравится, на самом деле, это сено. Это пшеница. Что-то я подозреваю, что... На тебе, насквозь, видал, как, смотри. На тебе. Все, хорош. Спасибо, братан, тебе за помощь в сборе урожая. Ай, больно. Чуть-чуть не сожрали меня. Прикинь, там какая-то нечисть водится, короче, в этой пшенице. Что-то какой-то это стрёмный хлеб. Я бы, слушай, даже не стал бы питаться таким хлебом. Этого пшена. Так, нам с тобой можно сюда, в принципе, пройти, как вариант. Ну-ка, на тебе. Хорош! Прикинь, как всех расфигать. Сюда змейка. Смерть ожидает на кукурузном поле. Тщательно прокладывай маршрут и не мешкай там. И не мешкай, и не пешкай тоже. Конечно, куда нам мешкать? Смерть ожидает. Разве это кукуруза? По-моему, это больше на пшеницу похоже. Какое-то пшеничное поле, причем такое четко, гладко, прям выбритое. Прям как причесон. А можно как-то это все спалить? Я бы с радостью бы все бы это спалил. Все, мимо. Брысь. Так, внимательно прокладываю маршруты. Давай, Яндекс. И, к сожалению, у нас с тобой Яндекс.Карт нету, поэтому... Как идти правильно, нам никто не подскажет. Так, движемся. Ага. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ух ты, что-то как-то я случайно промахнулся. Ну ладно. Ну-ка. На тебя. На тебя. На тебе, по твоим лещам. Крутящимся. Интересно, у него... Сколько ему надо так сделать поворот, чтобы у него голова закружилась? Все. На тебя. На тебя. Ну-ка. Освободи дорогу. На тебе. Все. Пошел прочь. Сейчас мы тут будем наводить свои порядки. Понял ты? Отошел с дороги, тебе сказали. Думаешь, ты здесь что-то делаешь вообще? Что-то решаешь? Что-то здесь не можешь? Понял? По жизни вообще. Ты никто здесь по жизни. Понял? Каркун. Каркуны. Есть конфеты каркунов, а это есть... Каркуны другие немножко. Все, хорош. Навели порядок. Что это у нас с собой такое? Какая-то молотильня. Походу, для хлеба, походу, да? Хорош, вроде прошли. Что это за жесть какая-то? Какие-то стрёмные. Ай, больно-то как. Сейчас, подожди. Ну-ка, подхилимся. Пока дает. 300 единиц хп у нас с тобой. 300, сходи в гости к адвентисту. Что ты как, слушай... Какие-то прям ловушки на ловушке. Что это за дичь какая-то, за жесть? И сюда надо. Ага, все, справились. Подожди, главное не перепутать кнопки. Ну, ладно. Ничего страшного. Подстригли нас, так сказать. Слушайте, это какой-то, по-моему, какие-то ловушки с какой-то парикмахерской. А, здесь меня не пустят, все понятно. Что-то какие-то... Для того, чтобы... А там у нас с тобой что есть, подожди. Для того, чтобы, короче, брови подстригать.
Что это такое? Найдена часть комбайна какого-то. Хрен поймешь, что за комбайн, правда. Никто нам с тобой предпочитает об этом не говорить, ну и ладно. Значит, мы идем дальше. Что он мне с собой скажет? Головач! Давай! Каменная, изглагаливай. Тыква испортилась, питомник фаворита Голомера тоже. Голомера. Пойди вовнутрь, Голомер. Познай истинный ужас испорченных Голомер. Фруктов. Ага, познай истинный ужас испорченных фруктов. Чтобы познать привкус испорченных фруктов, это ты можешь на рынок сходить к узбекам, которые продают помидоры. Не всегда, правда, свежие. Но не все, не обязательно только узбеки, еще бывают еще кто-нибудь. И армяне, и все на свете бывают, тоже продают иногда не свежие. Вот ты истинный вкус просроченных фруктов почувствуешь тогда, когда ты сядешь, и у тебя прям так потом поляшком обдастся, где-нибудь посреди ночи в 12 часов, что ты там прям будешь сидеть на белом коне их тиандра бомбить. Вот это тебе будет прям веселье, я тебе гарантирую. Такое лютое для тебя будет веселье, что тебе даже и не снилось на самом-то деле. Прям такой вкус ты испорченных фруктов почувствуешь. Что тебе даже не снилось. Ну ладно, ребятушки, пока что это все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. Кроме тебя, переключайтесь. Будет все крутое и не менее интересно. С вами был Ширанка. До новых встреч. Спасибо за внимание. И пока-пока. Кстати говоря, мы с вами... Ты обратил внимание, мы с тобой Грааль не нашли? Я не знаю, где здесь находится Грааль. И пока что не мешало бы обыскать. Но я думаю просто, что это может быть дальше удастся выяснить, где она находится. Так что скоро увидимся и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока.